А, простите, а когда Levi's специализировался на выпуске кроссовок-то? Может, все-таки джинсы? Не-не, кроссовки тоже есть. Угу. Да, сейчас почти все. Это, знаете, это все равно, что, ну, очень... В Заре пойти и купить обувь? Типа того? Ты про это? Ну, сейчас более какой-нибудь пример, да? Абсурдный пример приведу. Найки будут делать шубу. Будете ли вы покупать такую шубу? Да, дышащую, обтягивающую, чтобы так поддерживать вашу форму физическую. Ну, вряд ли же, вы же пойдете, зубы вы пойдете лечить не у металла.